Здравствуйте всем, я Оксана и жизнь как она есть. Не удивляйтесь, но сегодня я буду показывать рецепт засолки помидоров. Помидоры как бочковые, будем мариновать их. Я сказала, помидоры или огурцы? Помидоров. А то вчера ролик пересматриваю, думаю, я делала огурцы, мариновала, консервировала, засаливала. Не огурцы, а помидоры. Значит, сегодня мы тоже будем засаливать помидоры самым простейшим способом. Знаете, я не делала этого раньше, но вот такое ведро мы уже почти съели. Там осталось на донышке, наверное, один ряд. До этого я всегда консервировала в банке. Попробовала вот этот бочковой способ. Не знаю, как они дальше будут стоять, но вот сейчас они стоят в холодильнике. И они не меняются. Вот как они стояли по вкусу, так они и стоят. Они не портятся. Ничего. Ну, значит, давайте приступим. Помидоры бочковые засаливать будем холодной водой. Конечно, в идеале это родниковая вода. Но так как у нас нет здесь родников, мы будем засаливать обыкновенно этой водой. Будем использовать зелень. Укроп вот такой здесь у меня в букеты. Листья хрена. Смородина здесь, малина. У меня вишни нет у меня. Будем чеснок использовать. Сюда пока поставлю. Дальше. Очень хорошо помидоры сочетаются с базиликом. Но базилика у меня тоже не так много, поэтому я его буду закладывать понемножку. Ну, так. Обалдеть просто. Обожаю. Обожаю базилик. Зелень я уже намыла. В общем, здесь не мытая, здесь мытая стоит в дуршлаке у меня. На дно ведра. Постараюсь быстро говорить. На дно ведра полностью закладываем укроп. Как его там, листья смородины. Так, базилик, подожди. Прям с ветками, прям вот с такими палками. Потому что мне кажется, что аромат тут больше даже в палках, а не в этом. Все, выложили на дно. Сейчас сюда еще листик хрена. Хрен у меня тоже здесь намытый. Одного достаточно сюда. Ой, попадали опять. Все, сюда. Также с этими корешочками. Не режется. Так, все. Ну, все. А, чеснок забыла чеснок. Не жалейте чеснока. Можно прям дольками. Можно, вот я его режу. Все, на дно. И дальше будем выкладывать помидоры. Здесь, в этой тазике, я их уже помыла. Они разнокалиберные. Где-то крупнее. И мы постараемся покрупнее помидоры выложить на низ. Потому что первые маленькие, они быстрее просолятся, как говорится. Мы их первые съедим. А вниз как раз пойдут те, которые покрупнее. Они здесь у меня такие. Есть бурые, есть такие покраснее. Но они все плотненькие. Вот так прям. Это вот, которые я вчера показывала, что мы ведра делали. У меня спрашивают рецепт. Так, второй ряд пошел. Ну, тут уже всякие разные, просто закладываем. Закидываем. Проще способа засолки я просто не видела. Просто не видела. Сейчас мы его утрамбуем. Ничего не прокалываю. Ничего. Потому что пока они будут стоять, они так просолятся. Так, ну вот так, выложили. Пошли дальше. Сейчас сюда базилик положим. Нет базилика, не надо. Кто не любит базилик, тоже не нужно. Мне он нравится. Я обожаю базилик. Вот дальше. Опять же пошел у нас укропчик. Наломали его, закрутили, положили. Мы сегодня с Даней разговаривали, ехали, ездили в город с ним по делам. Он говорит, и как, мол, я говорю, раньше, он, как это будем делать? Я говорю, будем в этих ведрах делать. В ведрах, а банки, что? Я говорю, ну, представь, раньше, так, сюда еще малину можно, вот листики малины. Раньше никаких, какие ведра? Никаких ведер не было. В чем солили? В бочках солили. Все. На Руси какие банки? Никаких. Помидоры бочками. Капуста бочками, огурцы бочками.
У меня есть там пару бочонков стоит. Я вот думаю, можно и в бочонках тоже посолить. Здесь под сиденьем они у меня сидят. Так. Все, вот прям поверху укладываем. Сейчас расскажу по рассолу, что. Ну, чтобы они так уселись хорошо. Конечно, я их туда совсем не задавливаю. Но они сами сели и нормально. Главное, чтобы они все были... Так, ну все, дальше уже не лезу. Дальше пошла это... Пойдет зелень у меня. Так, сюда еще можно. Маленькие какие-нибудь. Так. Запихать. В общем, вот так. Уложили. Чеснок еще мало, забыла же. Прям чеснок сюда побольше. Вкус чесноком не испортить. Ну, конечно, в умеренном количестве, а то там килограммами 50 на 50 тоже делать не надо. Все. И опять пошли наши травки. Сверху ножницы здесь у меня. Так удобнее. Можно просто заворачивать. Ну, я так выкладываю. Так. Все. Дальше. Засыпаем смородинкой, прям, чтобы все это закрыть нам сверху. Смородинкой. Малинкой. Листья все мытые. Так, так. Прям вот, вот так. Так, и листья хрена. И закрываем уже. Можно. Вот так листочками хрена. Все закрыли. Прям так. Как говорится, это все. Дальше что мы делаем? Берем сухую горчицу. Ой. Сухая горчица. Посыпаем сверху. Я так примерно на глаз. Это, по-моему, ложка идет на килограмм или на литр. Все. И сейчас самое главное. Будем делать рассол. Так, сюда отойду сразу. Чтоб удобно было. Я делаю мерным стаканчиком. Не отрываясь, как говорится, сразу все сюда. Опа. И сахар. Можно это намешать. В этот, как сказать, в отдельную емкость. Так, немножечко мне все это неудобно. Сейчас, секундочку. Вот так отодвинем. Ой, это сипор, это сахар, это соль. На, Борь, пойду поставь туда. Следующую партию мы начнем. Вода обыкновенная. Мерный стакан. Берем на литр воды. Холодной. Вот у меня литр воды. Две ложки соли идет. И ложка сахара. Все. Все это перемешиваем. И, да, самое муторное в этом рецепте, это вот пока соль размешается. А остальное все нормально. Можно там сразу сделать ведро, намешать соли. Ну, просто я не знаю, сколько в ведро войдет рассола. Ну, даже если что, потом соль растворится все равно. Все. Ой.
и вливаем. Буря, попроси у Ангелины, чтобы она мне принесла тарелочку, скажи, на ведро нужно. Сюда примерно вот те ведра заделала, по-моему, 4-4,5 уходит где-то. Все, опять дальше. Литр соли, ой, литр воды, сейчас наговорю вам. Раз, два. И сахар. И опять размешиваем. Так, ведро эти у меня ведра 10-литровые. Сколько по килограмм помидоров получилось, я не знаю. Ну вот чем хорошо, что вот рецепт идет в литрах воды, как бы. На литр воды столько-то, столько-то. 2,1. Все, заливаем. Ну давайте, чтобы время сократить, я сейчас залью, а потом опять включусь. Хорошо? Значит, сейчас небольшое отступление. Ай, ай, аккуратно. Я просто хотела. Нет, покажи ее просто, что ты здесь нашла. Это не я нашла, Рома, он попросил ее показать. Где, а где камера? Где камера? А, вот. Да, Борькины такие рабочие руки. Лягушка сейчас улетит. Настя, забирайте. Может, было-то? Не надо. Все, все, ладно, давай. Я продолжаю. Я уже залила. Линда, иди отсюда. Выйди отсюда, сказала. Линда. Выйди. Все, до верха у меня ушло 4,5 литра, получается, этой воды рассола. Дальше что я беру? Я покупаю такие ведра, это не из-под краски ведра, это вот из-под майонеза. Мы берем в кафешке по 100 рублей ведро с крышкой. Значит, я полностью залила сверху сейчас. Вот, положила блюдечку, чтобы оно придавило. И сейчас буду закрывать. Но вода может палиться наверх. Это уже пройдено, поэтому те ведерочки я закрывала там. Ну ладно, здесь мы это будем закрывать здесь. Прям вплотную. Вот видите, я же говорю, оно льется. Ничего страшного, я здесь вытеру. Ну, а вы так на будущее имейте в виду, что да, оно может вот так вот переливаться. Вот. Но зато полностью все помидоры погружены в воду, в рассол. Все. Эти ведра очень хорошо держатся. Вот это крышки. Вон там у меня вообще выперло вот так вот. Вот прямо аж через верх. Все. Помидоры готовы. Сейчас я... Даяна, принеси, пожалуйста, мне ведро с помидорами синее. Которые уже готовые, там в холодильнике стоят. Маша, принесите ведро с помидорами. И так, на этот. Сейчас я покажу, какие они вот получаются. Так, тем помидорам, вот не соврать бы, уже больше 10 дней. И они уже давно готовы. Ой, правда тяжелые. Чеснок? Да. Так, мне еще девчонки чеснок, все. Пришла. Это вот уже на следующие, ну, то бишь, еще, мне вот это еще, ну, тут, наверное, 2 ведра всего получится еще. Так, сейчас, все. Ой, спасибо. Тяжело. Не, не тяжело. Так, открываем. Ё-моё. Обалденный аромат, вот просто. Это обалденные они такие, типа, они твердые. Вот. Я просто кого угощала, у меня спрашивают рецепт. Вот. Шкурка снимается идеально. Так, куда бы их поставить? Пробовать. Они, если дольше стоят, наверное, они будут такие газированные, но... Даже ни с чем не сравнить. Вот знаете, как было в детстве, в деревне.
общем, вот такие они. Вот. Повсплывали сюда уже кверху. Ну все. Сейчас я это уберу и включусь заново. У меня есть небольшая новость. Такая приятная. Ну, для меня это было очень приятно. Забыла сказать по помидорам, что закрыли ведра, подержали в тепле пару дней. Ну, в таком этом. Можно в погреб, но они будут дольше просаливаться. Подержали в тепле и потом убираем либо в подвал, либо в холодильник. Ну, у меня большой молочный холодильник на кухне, который сейчас вот совсем большой. Не в подсобке, а в этом. Я убираю туда. Там температура 8 градусов. И все так, и они будут храниться. Вот. Так, ну а сейчас я расскажу так о небольшой такой новости, о приятной новости. Значит, нам вручили. Значит, первое покажу сразу. Благодарственное письмо Фурсо Оксане Николаевне и Фурсо Андрею Михайловичу за весомый вклад в социально-культурное развитие города Вилюйска, плодотворное сотрудничество в работе экоагропарка. Вот. Приятно. Дальше идем. Я не умею, наверное, как-то... Мне как-то неудобно всегда какие-то приятные слова принимать в свой адрес, потому что ну, мы ничего особенного такого не делаем. Ну, мне вручили нагрудный знак. Вот такой вот нагрудный знак. Это якутский знак милосердия. Значит, вот такая здесь. Вот. Значит, расскажу немножко про этот знак. Собаки лают, и я... Ну-ка, тихо! Значит, я нервничаю, правда, я волнуюсь. Как бы вроде бы я и не то что хвастаюсь, нет, я не хвастаюсь. Я делюсь с вами, ну, тем, что у нас есть в жизни, вот, такими приятными моментами тоже. Значит, этот знак посвящен, вот нагрудный знак, значит, британской сестре милосердия, которая в 1891 году, добираясь 5 месяцев по холоду, это были зимние месяца, по холоду, через всю Сибирь, она добиралась в глубинку Якутии, в поселение. Сейчас это деревня Сосновка, а раньше это было поселение, где жили и лечились люди, которые были отвержены обществом. Это были прокаженные. И вот она, вот такая энтузиастка, она помогала. И благодаря ей была потом создана вообще лечебница. Вот. И она была такая, ну как, прославилась своей добротой, фанатизмом, в помощи в какой-то вот. И вот был создан такой нагрудный знак ее имени. Значит, вот удостоверение Фурсо Оксане Николаевне за особое милосердие, проявленное в работе. Вот почему-то вот так он звучит. Это было сказать, что неожиданно. Это приятно. Ну вот, нам это вручили. Сейчас прочитаю к нему еще. К нему еще не просто этот знает, это идет. К нему еще идет вот такая вот целая папочка, документ о награждении нагрудным знаком. Фурсо Оксану Николаевну. За плодотворное сотрудничество, за личный вклад в развитие социального пространства города Вилюйска, за значительный вклад в развитие института приемной семьи на основании решения наградной комиссии, в общем, вручается мне вот этот вот знак. Наградить почетным знаком за особое милосердие, проявленное в работе. Фурсо Оксану Николаевну. Вот. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации. Такая бумажка. Приятно, приятно, неожиданно
и приятно. Да, такая вот, вот у меня улыбка на этот. В общем, вот такие у нас новости. Так, ну а на сегодня все. Я буду продолжать делать помидоры. Больше, наверное, снимать ничего не буду. На сегодня все. Всего самого доброго, светлого, хорошего и всего того, что вы сами себе пожелаете. Добро всегда побеждает зло. Вот как-то так. Будьте добрее и улыбайтесь чаще. Вот ведь я постоянно говорю, что жизнь такая короткая, чтобы... Да, бывают проблемы, да, еще что-то там, можно где-то поплакать, но не нужно из всего, там, из мелочей каких-то делать трагедию. Давайте шагать по жизни с позитивом. И поверьте, вам станет легче. Все, пока-пока.